Здравствуйте, дорогие мои подписчики, я приветствую вас, вы в гостях у Елены. И сегодня я хочу вам показать, шпинат земляничный, как он выглядит. Вот такой вот он уже большенький, он перетерпел у меня ужасно много всего. Он был посажен у меня чуть-чуть дальше, его смыло. И какой-какой я раскопала и себе закопала обратно. И закопала в конце грядки, думаю, если будут дожди, далеко не смоет. И вот немножко такого. Ну, правда, мы такой вот шпинатик уже почти съели. Это уже остатки. Это самые маленькие оставила. И прекрасно они растут. Вот здесь-то они у меня были посажены. Сейчас вот сюда я посадила физалис. Вот они были посажены у меня здесь с луками рядом. Вот. Так что вот так вот шпинатик. Это уже мы доедаем. А этот шпинат бедненький пережил очень много. Но растет. Растет, в принципе, очень хорошо. Я сейчас хочу его тоже сделать травяной настой. И полить их. Ну, он у меня уже есть сделанный. Разбавить и полить. Прошли дожди. Просто без толку было поливать. И так каждый день вода, 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 вода. Даже лук, вот смотрите, здесь какой несчастный многолетний. Там-то вот он замечательный. Вот смотрите, какой красивый. А вот здесь вот просто очень много воды собиралось. Землю даже у меня смыло. Прямо здесь земля была на газоне. В общем, был ужасно сильный ураганчик. Вот. Такая красота. Ну, за ними какой уход? Никакого особого ухода, в принципе, нет. Я буду вам показывать дальше, как он будет расти. Посмотрим на эту культуру. Будет с ягодками они. Вот. Вот и все. Здесь вот у меня уже я высадила. Видите, уже вовсю цветет физалис, ведь шапками уже. Здесь даже есть луночка, вот уже ягодка завязалась. Вот она вот здесь. Вот тут вот они у меня по бокам. Вот и там рассадила их. Вот, ну что ж, мои дорогие, на этом я прощаюсь с вами. Показала, потому что спросили. Высаживала я быстро, оперативненько. Думала, будет дождь, это будет хорошо. Но оказалось, это не совсем хорошо. Но у меня сохранилось 6 кустиков. И это тоже ничего. Посмотрим, какой он будет. Вот. Так что вот так. Уход практически никакой за ними. Покажу в дальнейшем, как он вырастет. Вот, в принципе, о нем не особо я много что и прочитала, чуть-чуть, но он не требует никакого, ну, как вот обычный шпинат, только вот обычный шпинат в тепло идет в стрелку, его рано весной сажать и чуть позже, вот где-то так вот в конце июля еще можно посадить его, в августе, вот, да, в принципе, такой шпинат можно и под осенью, он очень быстро растет и очень хорошо отрастает, его можно кушать. А вот этот вот, вот такой вот земляничный. Посмотрим, с ягодками будет, с листочками. Кушаются и листочки, и ягодки кушают. Все, пока-пока.